Координатор партии «Справедливая Россия» Сергей Стреколовский проголосовал на участке 1461 в Люберцах. Он уверен, что отдать свой голос – гражданский долг каждого россиянина. И сделать этот выбор важно не только для себя, но и для будущего своих детей. Каждый житель нашей страны заинтересован в хорошем будущем, в будущем наших детей. У меня у самого растет сын. Я хочу, чтобы на протяжении всей его жизни он чувствовал себя безопасно в нашей стране, чтобы у него была возможность получать качественное, хорошее образование и потом, как итог, приобрести хорошую, высокооплачиваемую работу.